Всем привет-привет! Доброе утро, друзья! Вы на канале Дневник Натальи. Сегодня у нас 12 октября, 5 часов 40 минут утра. Меня сегодня вызвали на работу. Немножко график сместился. Сегодня с 8 до 2 часов. Такое небольшое дежурство. Что я собираюсь потихонечку. Приготовила кофе с маршмеллоу. Попью, погреюсь. В квартире очень прохладно. Похолодало. Сейчас посмотрела 7 градусов. По ощущениям 4. Думаю, уже, наверное, куртку надо одевать довольно-таки потеплее. Потому что ехать на велосипеде будет холодно. Я и так уже езжу, перчатки одеваю, потому что руки замерзают. Так что как-то вся такая неделя будет холодная. Где-то в середине дня будет плюс 14. Вчера мы только уснули. Снова слышали бахи. Было 3 таких громких и 4 уже больше так вдалеке. Это было где-то в начале 12-го. За ночь было 3 воздушные тревоги. Сейчас ее отменили, все тихо, спокойно. У нас все нормально. Все есть. Все потихонечку работает. Вчера с мужем ездили, немножко скупились. Были и на рынке, и в сельпо, и в АТБ. Посмотрели яйца на рынке. Самое мелкое и дешевое 58 гривен за десяток. Ну и так дальше уже 60, 70, 75. В АТБ были самые дешевые яйца. Такие как на рынке по 58, в АТБ 53 с копейками. Вот, как бы цена выросла значительно. Да все, конечно, подорожало. Поэтому как-то так, дешевого ничего нет. Кому интересны обзоры, цены у нас, оставайтесь, смотрите. Единственное, хочу сказать, мы купили в АТБ яблоки красные, называется Гала, очень вкусные. Мы уже попробовали, нам понравились. Они такие не рыхлые, сочные, такие сладенькие, очень вкусные. Давайте посмотрим наши покупки. Что там, Шекелюнь? Ты там все купил? Что ты там нашел? Обзор покупок. Выбрал себе пакет с мясом. Да? Гелюха, нельзя? Нельзя? Ты что? Ты что, мясо облизываешь? Ай-яй-яй! Ай, как вкусно там, да? Ай, как вкусно! Давайте посмотрим наш обзор покупочек с рынка. Купили огурцы по 65 гривен. За килограмм. Хорошенькие такие, симпатичные огурчики. Цены, конечно. Все очень дорого. Помидоры 85 за килограмм. У бабулечки купили вот такие груши. 65 гривен за килограмм. Купили вот такую капустину. По 20 гривен за килограмм на рынке. И вот такие семечки мы еще купили. Пол-литра тыквенные. Стоят 30 гривен. Ты что туда залез, Шекелюня? Так, пошел. Ты шкодник? Ты шкодник малой? И опять в пакет полез. Там пусто. Ничего нет. И здесь тоже. Потерял, где же мясо? А мясо здесь. Это покупочки у нас в сельпо. Единственное, мы купили, заехали на рынок, еще газ для зажигалок. Баллончик 250 миллилитров стоит 100 гривен. В сельпо мы купили вот такой биоловский напиток с дыней. Такую еще не брали. Лимонад только покупали, лимонад вкусный. А вот с дынькой попробуем, скажем. Вот такие грибы шиитаки нам очень нравятся.
мы готовим на праздники салат с курицей, с ананасами и с шиитаками. Ну, как говорится, придет праздник, мы покажем вам этот салатик. Очень вкусный, нежный, прям пальчики оближешь. У нас семья прям обожает его. Ну и купили вот такое, как бы, мяско не мяско, а мяско на ребрышке. Вот такая у нас цена. Здесь просто оно отличается в одном пакете ребрышки в длину, а в этом пакетике ребрышки, я сказала, в ширину, в другую сторону, мелко. Вот видите, вот такое мелкое ребрышко, а здесь ребрышко вот так вот в длину. Ну, мы это забрали последние три кусочка, ну и вот добрали. Артурчик будет готовить гуляш в ближайшее время и покажет свой вкусненький рецепт. Я знаю, что многие ждут. А сейчас обзор покупок из магазина АТБ. Единственное, что конфетки мы купили на рынке, забыла показать. Они здесь вот разные. Даже вот смотрите, какая-то картошка. Ой, не фокусируется. Ромашка, картошка, всякие тут вкусности. Все конфеты, которые здесь, они по 120 гривен за килограмм. Здесь мы где-то грамм 700 взяли. Сегодня последний день акции в АТБ. Ну вот что успели, говорится, еще по акции купить. Вот такие шоколадки. Одна тут с ириском, а другая с апельсином, с орешками. Купили вот такие голени, гамилки. Мы с Артурчиком готовим чупа-чупсы, так называемые мясные чупа-чупсы. У нас есть на канале несколько видео. Кому интересно, зайдете, посмотрите. Купили молочко. Тоже пока не сегодня акция. Хлебушек любительский, Артурчику батон с высевками. Прянички вот такие были без акции. Ну так, иногда очень хочется с молочком. Байкал по акции. Так, купила уксус. Акции на нее не было. Артурчик купил вот такое пиво себе, нулевку. И акция была на зеленый горошек. Вот, купили два сорта яблок. Вот это Golden. А этот, не знаю, как называется, красненький, ну, красивенькие. Очень любим яблочки, хоть и не червячки, но яблочки любим. И палочки вот такие кукурузные. Вот и все наши покупочки на сегодня. Вот такие цены у нас, ребятки. Ну и, конечно, не могу с вами не поделиться минутой, как говорится, радости, минутой неожиданности, счастья, которое мне муж вчера подарил. Я была приятно удивлена. Идемте со мной, и я вам покажу. Всем привет, друзья! Сегодня такой пасмурно-солнечный день, а я решил жену отвезти в Париж, в маленький Париж на Украине. Даже не на Украине, в Запорожской, даже не в области, в Запорожском районе. Ну, сейчас вы увидите. Она этого не видела. И маленький Париж в Запорожье. Вот такая красота, правда? И там вот в сердце тоже. Такой вот маленький уголочек романтики. Здесь вот на сердце, смотрю, замочки. Наверное, свадьбы приезжают сюда. Еще совсем мало, всего
4 замочка вижу. Все только начинается. Красота. Вот такой кусочек Франции муж мне подарил. Я даже не ожидала, даже не знала, что здесь у нас в Запорожье есть вот такая Франция. Мне было очень-очень приятно. Ну а на этом, ребятки, буду завершать запись в своем дневничке. Переворачиваем вместе с вами страничку. Конечно, светлое, мирное будущее завтра. Мы вместе с вами, день за днем, листая странички, приближаемся в светлое будущее. Всем спасибо за поддержку. Спасибо, что вы у меня есть. Вы у меня самые-самые лучшие. Крепенько всех обнимаю. Держитесь. Все будет обязательно хорошо. Пока-пока.